Тони Белли официально объявил о завершении карьеры. Последний соперник Александра Усика, как и обещал, повесил перчатки на гвоздь. Экс-чемпион мира британец Тони Белли объявил о завершении карьеры. Белли опубликовал видео со своим обращением в социальных сетях. «Пришло время покинуть ринг. Звоночек прозвенел в последний раз, и я хочу всех вас поблагодарить за поддержку, которую вы мне оказывали на протяжении всех этих лет. Но это еще не конец моей истории, поэтому оставайтесь в курсе событий, следя за моим сайтом», — написал Белли под видео. В профессиональной карьере 35-летний Белли провел 34 боя, одержав в них 30 побед, из них 20 нокаутом, при 1 ничье и 3 поражениях. В своем последнем бою, который состоялся 8 ноября 2018 года, Белли проиграл нокаутом украинцу Александру Усику. По материалам сайта news.com.